Прошу. От возбуждения дела о страшном ДТП на железнодорожном переезде до оглашения приговора прошло меньше года. Со слов родителей жертв аварии, поначалу на заседание пытались прийти чуть ли не пол поселка, никого не пускали. Позже суд стал открытым. От всего сердца прошу вас прощения. Я перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Она все-таки раскаялась в финале? Нет. Нет? У нас просто были моменты, когда она сидела и улыбалась. 29 ноября 2021 года Анна Диринг решила подвести своих учеников до дома в соседний поселок. Последний урок у детей отменился до автобуса час. Чтобы не ждать, зачитывая дело судья, Анна посадила четверых школьников в личное авто. Вы вообще знали, что у нее будет детишка? Нет, мы даже не знали, что у нее есть машина. Когда прения были, сказали, что у нее 30 нарушений правил дорожного движения. Далее судья зачитывает показания выжившего ребенка. Диринг вела себя раздражительно, показалось, она куда-то торопилась. На пути следования от школы до села Нойлова Диринг взяла в левую руку мобильный телефон, чехле красного цвета, стала разговаривать, приложив левой рукой телефон к левому уху. При этом Диринг громко слушала музыку. Это и есть тот самый переезд. Он относится к четвертой категории интенсивности движения, самым низким потоком. Это значит, нет причин для установки шлагбаума и устройства заграждения переезда. Светофор горел красным, звучал звуковой сигнал. Это подтвердят все свидетели. Скорее всего, просто было отвлечение ее. Потому что нельзя не услышать этот звонок, нельзя не увидеть. Вот как это. Посмотрите, очень прекрасно видно, как светофор работает. Вот он созвенел. 3 минуты. Вот три до прибытия поезда, 3 минуты, забуксовала или слетела, или сломалась. Можно элементарно выйти вот за это время и вывести ребятишек. После непродолжительной остановки Диринг начала движение, нажав на педаль газа. При этом она не поворачивала голову налево и направо, а продолжала разговаривать по телефону. Машинист снегоочистительного поезда, увидев машину за 5-6 метров, нажал стоп-кран, но столкновение невозможно было избежать. Тем не менее, я суд прошу о снисхождении, потому что моя мама инвалид первой группы и нуждается в уходе. Также у меня есть 2 сына, студенты, находящиеся в Междевении. Я думала до последнего, что там машина в машину, потому что там машин ездит очень мало. Я никак не подумала, что когда я уже села к соседу, он говорит, а я это видел. И говорит, Оксан... Я туда приехала, она еще горячая была. Все лицо в крови, она горячая. Такое ощущение, что она сейчас пошевелится. Полные глазки ужаса. Трое детей от полученных травм скончались на месте. У выжившего мальчика после ДТП головные боли и упало зрение. Родители признались, что поначалу боялись, что учительнице дадут срок в колонии-поселении и не ожидали, что удовлетворят выплаты. По решению суда Анна должна выплатить пострадавшим семьям 16,5 миллионов рублей. В ближайшие 5 лет и 6 месяцев она проведет в колонии общего режима. По словам ее адвоката, обжаловать приговор Анна не будет. Обжаловать не будет, смысла нет, больше не дадут. Здесь просто по статье больше не получится. Если погибают дети в таких случаях, то это должно быть отягчающим обстоятельством. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.